при поддержке магазина Music Shop 575. Переведено студии DIY специально для Siberian Drummers. Я знал с раннего возраста, что буду заниматься этим делом всю оставшуюся жизнь. Меня не волновало, бедным я буду или богатым, знаменитой группе играть или не очень. Я так сильно увлекся, что ничто не могло меня остановить. Мы с Рэем дружим уже более 10 лет. Когда он подошел ко мне в первый раз, я только начинал работать. А до меня был другой техник, Низ. И он тогда болел, и он собрал Рэю первую установку. А я всегда собирал установку перед первым концертом и разбирал после последнего. Мне повезло, установку вывезли почти совершенно нетронутой, и я всего лишь соединил пару элементов, когда мне доверили работать на сцене. Собирать эту штуку каждый день немыслимо. Я не знал, что нужно делать со всеми этими трубами. Поэтому я начал рассуждать в духе, что если я сделаю вот так? В общем, стал менять все. Где-то два года назад установка уже была полностью переделана. Я собрал принципиально новую. Текущая установка полностью спроектирована мной. Выглядит безумно. Честно говоря, я делал ее набросок на салфетке и не был уверен, что смогу воплотить это в жизнь. Но идея была, поэтому я начал мудрить с разными элементами. Первую такую установку я собрал в Штатах, и когда Рэй ее увидел, он сказал: «Боже мой, ты должен сделать такую же в Европе». Я всегда стараюсь продвинуть уникальный дизайн. Я подхожу к этому делу как к объекту искусства. Рэй не очередной типичный барабанщик с конвейера. Он определенно выходит в топ-5 мировых рок-барабанщиков. Чтобы Рэй оставался уникальным, я всегда старался повышать планку. Ему нужно играть на чем-то уникальном. Я знал, что не смогу достичь ничего в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Я родился в этом очень-очень маленьком городке, там вообще нет музыкальной сцены. И для меня было шоком выбраться с фермы площадью 180 акров на стадионы. В этой группе я расширил свои границы. Для меня это безумие. Я никогда не играл в группе так долго и с таким успехом. Корн — это животное, самобытное существо. Никогда не понимал всей этой темы с рок-звездой. Я музыкант, я горжусь тем, что сделал, горжусь тем, откуда я и сколько работал, чтобы достичь того, что имею сейчас. Мне было страшно присоединиться к группе. Уже когда я стал членом группы, мне потребовалось 3-4 года, чтобы полностью слиться с коллективом. Неважно, какая у тебя техника, ты должен дать музыке чувство, почувствовать ее на 100%. It doesn't matter how much technical abilities you have, experience, you have to get, be a part of that. It's all feel. It doesn't, you know, Korn's music is all 100% feel, you know. There is no не существует лучшего музыканта. Столько разных уровней, столько разного опыта, но не существует среди них лучшего. Каждый хорош по-своему, в том, что интересует и мотивирует лично тебя. Каков настрой, и какова атмосфера, все проясняется в конце шоу. Thank you.
Фанатов группы Korn не обманешь. С ними лучше не связываться. Они очень серьезно относятся к музыке. Вот о чем я говорил, когда рассказывал о своем вступлении в группу. Здесь дело не только в музыке, это сила. Korn — это бренд, а не просто типа «Ой, я теперь играю в Korn». Нет. Когда я впервые встретился с фанатами на Meet & Greet, реакция была: «А ты еще кто такой?» Я для них новый человек, несмотря на то, сколько я играл на записях и концертах. Уже не один год. Все равно, ты кто? Ты вступаешь в мою любимую группу. Я тоже фанат. Я фанат музыки, я не хочу видеть нового вокалиста или гитариста в группе, которую я люблю. Но факт тот, что группа будет продолжать играть со мной или с другим барабанщиком, группа не умрет. Некоторые люди на Meet & Greet подходили ко мне и говорили: «Знаешь, я тебя ненавидел первые несколько лет. Ненавидеть меня? Серьезно?» Довольно жестко так говорить. И тут он продолжает: «Но теперь я могу показать свою верность». И показывает футболку, а там мое лицо. Это капец пугает, чувак. Ты меня не принимал все эти годы, а теперь хочешь доказать свою верность? Ну вот он я, мне уже за 40, и я все еще доказываю, что я на что-то годен. Моей большой мечтой было играть в успешной группе, которая бы продолжала записываться вместе. Я люблю Korn сейчас не меньше, чем раньше. Раньше это было нечто недостижимое. Я не говорю, что моей мечтой было играть в Korn, нет. Потому что я думал, никто другой не должен играть в Korn, кроме тех пяти ребят. В установке у меня есть все, я просто хотел, чтобы она отличалась от других и была уникальной. Под стиль группы, под то, как я считаю нужным, все должно быть таким изогнутым и странным. Железо должно выглядеть круто, дизайн должен быть крутым. В моей установке нет ничего лишнего, только то, что я использую. Если я не использую что-то, мой техник это убирает. Мы берем в свои руки всякие предметы и делаем с ними удивительные вещи. Но наши тела не готовы к этому. То, что я делаю в этой группе, очень завязано на физических возможностях. Нужно хорошо делать растяжку. Еще играю на пэде 10-15 минут. Маршевые дроби, роллы, стандартные дроби. Все то же, что играл для разогрева, когда начинал, двоечки. Просто чтобы настроить разум. Я считаю себя немного больше шоуменом, но не стремлюсь сделать дурацкие трюки с палочками и все такое. Я просто делаю то, что хочу в данный момент. То, что ты сидишь сзади, не означает, что люди на тебя не смотрят, и ты не должен подавать шоу. Во мне внутри сидит два разных Рэя. Один — это серьезный, профессиональный Рэй, и тут он превращается в того парня, которого вы видите на видео. Серьезно, это один и тот же чувак, во время концерта он абсолютно другой. Столько всего существует на этой планете, столько великих барабанщиков. Я уважаю очень многих людей. Я не стремлюсь быть лучшим, я просто хочу быть частью всего. Это довольно грустно, потому что многие люди даже не отдыхают. У меня есть друзья в Старбаксе, виртуозы-гитаристы. Они должны играть на сцене, но работают в обслуживании.
И это не их вина, просто не было такой группы, не было связи, которая вывела бы их на новый уровень. Войти в музыкальный бизнес — это не то же самое, что учиться на юриста или на доктора. Если ты хорош в юридическом деле или отлично учишься все 6 лет в медицинском, ты, скорее всего, получишь работу где-нибудь. Кто-нибудь тебя точно возьмет. Даже если тебе придется для этого покинуть свой дом. В музыкальном бизнесе все не так. Ты можешь играть самые лучшие заполнения, но это не вытащит тебя на сцену. С этим довольно тяжело смириться. Я же достаточно неплох, почему так? На нашей планете лишь малый процент людей делает то, что любит. Что требуется, чтобы быть частью такой группы, кроме чувств и эмоций? Я бы сказал, это сила и дух, потому что здесь много очень тяжелой и очень энергичной игры. Корн — это точка единения жизни, это один из лучших ее моментов. Когда ты чувствуешь это, ты становишься единым целым с группой. Это совершенно особенное ощущение. То, как мы играем песни, свет, и мы все на 100% вовлечены в музыку. И наши фанаты знают это. Они не глупые. Я тоже животное. Когда я на сцене, я не я. Как некоторые люди говорят, это своеобразный опыт выхода из тела. Я не думаю о барабанах, о партиях. Это исключительное чувство. Это сумасшествие. Что-то овладевает тобой. Музыка такая сильная и громкая, и повсюду свет. Были такие концерты, на которых я буквально не соображал, что только что произошло вообще. Это мощно. Перевод Анастасия Волошина, озвучен Александром Райтером, студия DIY, город Новосибирск, 2018 год.